А здесь больно? Бедно. Неправда, здесь больно. А? Больно, да. Больно. Ну вот, очень хорошо. Дышите. Совсем не дышите. Так. Не дышите. Так, хорошо. Так, так, еще глубже. Покашляйте. Так. Не дышите. Кардиограмм, сестра. А вот это надо бросить, голубчик мой. Решит он бросить. Недавно, знаете, бросила. А вы свиньи тянет? Тянет, голубчик, тянет. А вот вам надо бросить. Хорошо. Ну так вот, больничный режим больше не нужен. Товарищ профессор. Летать. Можно, а? Можно. Товарищ профессор, дорогой профессор, дорогая профессор. А, пить можно, голубчик, пить можно. Молоко, знаете, ситро, понимаете, фруктовые воды, квас в неограниченном количестве. Пожалуйста, пожалуйста, вот. Ну вот, значит, а вот это романы, понимаете, флирты, это семейные драмы, это еще. Нельзя, надо сердце бить. Будьте покойны, товарищ профессор. Ну вот, так вы больше не падайте, товарищ. Булочкин. 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 Правда, фамилия не величественная, но я, невзирая на фамилию, первый полет посвящаю вам. Благодарю, очень трудно. Благодарю. Все хорошо, все хорошо. Даю 1100 в вашу честь. Сколько вы сказали? Вы знаете, даже 1200 в час, вот вы увидите. 1200 метров? Нет, это километров. Что? Да что же это нормальная скорость для истребителя? Прям противопоказанный истребитель. Ну, придется, значит, пересадить на штурмовик. А скорость какая штурмовика? У штурмовика 550. Нет, противопоказанный лежит, ну что? А тогда бомбардировщик, скорость 400. Скорость 400. Противопоказанный. Решит. А скажите, нет ли у вас чего-нибудь так потише, понимаете, помедленнее? Есть. У-2. Скорость какая? Пустяки, 100 километров. Что же делать надо? Не возражаю, не возражаю. Погодите. Товарищ профессор, товарищ генерал, что же это получается, а? Я же истребитель, я по земле ходить не могу пешком, все, бегать хочется. Бегать-то вам, товарищ, противопоказано. Ну за что же? У-2, да я лучше пехоту. Вы понимаете, что такое У-2? Молоко возить, ну, товарищ генерал, ничего, ну за что же? Ничего, Булочкин, ничего. У-2 теперь на вооружении. Этот самолет, как ночной легкий бомбардировщик, большие дела делает. Вспомнишь Сталинград? Ну, поздравляю вас, Галкин, поздравляю. И, пожалуйста, знаете, не падайте в мою честь. Говорил. Ну что? У меня мертвый час. Профессор распорядился его на У-2 перевести. Сердце. На У-2? Да. Ой, переживает. Ну, хватит. Я не горюй. Вообще-то он ведь все-таки летает. Ну, конечно, отдохнешь после триумфа. Вот. Газетчики мучить не будут. Что? Девушки писать не будут. Вот. Валер, солидная компания. Знаете, все-таки там ведь на У-2 все пожилые. Конечно. Так сказать, ветераны. Потому что мы пилоты. Небо наш, один и дом. Эх, Булочкин.